всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике наша пятая часть игры в эту игру. В общем, я опять играю по сети, и чтобы было интереснее, я включил ночь. На сервере с тем же парнем. Я нашел, где играть один на один, и сейчас я играю с ним один на один. Так. Также интересно. Твою мать. Так. Ему кажется, что он синий игрок. Или... Я не знаю. Но нам кажется, что мы красного цвета. На самом деле мы синего. Ну, от первого лица. Почему? Так. Надо захватывать эту точку. Так. Я отключил все машины. То есть здесь без машин, да? Окей. Где есть? Почему я здесь-то оказался, блин? Ладно. Так. Захвачу точку. Если он не здесь, то где он? Может быть. Осторожно. Возможно, он сюда придет. Хотя хрен его знает. Так. Я не знаю даже, откуда он может выпрыгнуть. Маски какие-то. Хэллоуин, блин. Ладно. Все, наверное. Так. Окей, прикольная в онлайн. Где он есть, блин? Сейчас выпрыгнет откуда, блин? Или захватил точку, эй! Не, так не круто. Пойду обратно захвачу мою точку. Он, значит, там, туда долетел как-то. Так, до этой пока что он еще не дошел, видать. Ни хрена! Ладно. Ни хрена он стреляет, смотрите. Давай же, давай. Ну блин. Давай, 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 чел. Так. Вот тебе гад. Ты еще встаешь, блин, ты как, ты, блин, вообще можешь. Так, интересно, где он спавнится. Хоть бы не там, хоть бы не там, хоть бы не там. Короче, я останусь на спавне. Потому что, ну, потому что это все-таки спавн. Офигеть. Я дальше не побегу. Так. А сейчас он где, интересно? Так. Где он может быть? Все, у меня две точки, ладно. Как только он захватит эту, я останусь на этой и буду кемперить только здесь. И тащить. Давай, флажок. Так, дядя Нубас тебя ждет. Все, у меня одна точка, он идет сюда. Надеюсь, он ниоткуда не выпрыгнет. Как в прошлый раз. Так. Такая еще музыка такая. Прикольная. Где он есть, блин? Ни хрена нет. А, вот он. Ни хрена себе! Крутой он, блин. Как он меня мог заметить? Ну, хотя я стрелял. Ну ладно. Офигеть, он мастер. Стрельбы.
все убито. Покатился. Все. Так, он, если так подумать, то он заспавнился где-то, ну, вот здесь. Там где-то. Ладно. Так. Где он может быть? Нифига он меня ранил. Офигеть, он уже здесь. Офигеть, я его ранил. Я его ранил. Охренеть. Он уходит. Хрен тебе, я тебя на этот раз убью. Ну вот, как-то так. Окей. Так, наверное, он сейчас не спавнится, так что давайте подожду. Да, сюда добежит. Так. Ну, я думаю, что он до сюда добежит, наверное. Флаг-то здесь. Оттуда, наверное, он не побежит. Там неоткуда бежать. Слышите? Шаги. Он рядом. Вот он. Где он? Перезарядка. Где он? Ах ты тварь. Он за камнем. Ни хрена не знаю, где он. Попасть по нему не могу. Давай, выходи. Вот так. Вот так. Все. Я его убил. Ну, я надеюсь, что я его убил. Нет. Он же живой. Или нет? Ладно. Окей. Я не отдам мою точку. Так. Так, ну что-то скучно, да? Потому что через Хамачи мало кто играет. Я не видел еще ни одного ютубера, кто играл в эту игру с Хамачи. Бежал. На тебе, хедшот. Убил? За деревом спрячется. Не спрячется. 2 хп, ребят. Надо обязательно вот эту штуку поставить. И патроны. Вот единственное, что мне сейчас нужно, это патроны и хп. И патроны. Я хотел бы сказать, но ладно. Патроны всегда нужны. Так. Бежит сейчас откуда-нибудь, пока я здесь кемперю. И займет мою точку. Нет, его еще. Стоп. Блин, попал? Где он стоял-то, блин? Блин, я попал по нему. Я попал. Я его убил даже, можно сказать. Да, я остался раненым, а я его убил. Окей. ХП. Все, дальше. Не хочу другие точки завоевывать, потому что это долго. И он может подбежать и захватить эту точку. А я этого не хочу. Так, ну где он?
этого что-то нигде. Ладно, гранату пока покидаю. Так. Ни хрена не знаю, где он. Упс. Ну, я еще живой. Где он, где он, где он? Быстро. Все. Готовый. Видите его? Все. Давайте здесь где-нибудь посижу. Так. Тут давайте посижу. В тыкве. Так, интересно, где еще можно посидеть? Не, его пока что там нет. Да где он есть-то, блядь? Ни хрена себе, он меня убил. С АВП, а, нет, с дробовика. Но я хотя бы знаю, где он теперь. Ну так, примерно. Ай-яй-яй. Нифига. Нет, нет. Это мой флаг. Это мой флаг, чел. Падай. Тебе никогда не захватить мой флаг. Никогда. Так, ладно. Не, ребята, это как-то скучно все-таки. Так, ладно. Так. Нет, вот что-то. Чего нету, да, блин? Фига, он есть! Гад. Все, готовый. Так, кемпер, кемпер, кемпер. Темнота мешает, блин. Нифига, откуда? Вот он. Он, значит, на той штуке. Вон на той штуке. Он уже был. О, нифига. Я тебя вижу. И убил. Возможно. Хрен его знает. Может и нет. Но звук был такой, что я ему в хедшот попал и убил его. Хм. Да, я его убил. Так, ладно. Значит, где-то здесь был, да? Так. Ну где? Странно. Его нету. Флаг. Флага нет. А, это он. Смотрите, как идет.
Я прикалываюсь над ним, смотрите. Где мой флаг-то? Смотрите. Ну? Ага. Это было весело. Он, наверное, не заметил, то, что флаг изменился. Так. Ну ладно. На этом надо, наверное, заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Спасибо вам еще раз за просмотр. Реально, спасибо за просмотр. Пишите комментарии под видео. В общем, всем удачи и всем пока.